Привет, с вами Луксина, и сегодня мы поиграем в Valorant, как странно, точнее, потому что, блядь, я хуй знает, я скачал эту игру, типа, блядь, я думал, будет прикольно, блядь, что вы увидите, блядь, это прикольно, но это угарно, блядь, и я показал довольно неплохой результат, и, бля, что еще сказать, это угарно будет, пиздец. Ну, а спонсор данного видеоролика, это CS Case. Я, блядь, ничего открывать не буду, но... У меня есть для вас очень хороший промокодик. CSGO Пират дает плюс 10% к пополнению. Короче. Попробуем, блядь. Найден. Это, блядь, хотел без рандомы нахуй. Ты ебал рот, блядь. Бридишь, что, блядь. Типа. Лепестки дрожат на сильном ветру, но я не нежный цветок. Сухая. Замечательно. На этом, блядь. Группа врагов на миде. Враг на А. Сука. Прицел, Иван. Наш агент со Спайк мертв. Спайк на миде. Остался один игрок.
блядь, нету, значит. 30 секунд. А, во, ебать. Блять, такое уебище, сука, я понимаю. Сука, что с прицелом, ебать? Сука, как в эту хуйню играть, блять? Это вообще не пизду какой-то, блядь. Зуба ебать. Идем, у нас еще полно дел. Это пиздец. Нет заряда. Блять. Да скажи, не приличный номер. А? Ебать, мы трое нахуй. Четырех. Это пиздец. Минус. Блять, я никак не по этой, блять, хотя бы килл, килла два дал. Наконец, вот как надо выигрывать. Бля, я сейчас хуй. А, нихуя себе. Я просто чувствую, то, что блин, я так могу, блять. Где там? Вижу, вижу. Остался один враг.
Мел. Ебать, это легко. Первое место 5 голов, ебать. Это дело это там. А, это револьвер. Нихуя есть. Погоди, хоп, немножко. Блять, иди нахуй. Один игрок. Минус один. Я не видел его. Блять. Ну что, сразу ударим посильней? Что скажете? Да. Что это, блядь? Наш агент со Спайк мертв. Спайк на А. Остался один игрок. Идеально. Будьте смелыми. Каждый из нас Валорант. Каждый из нас боец. Шутки кончились! Вам конец! Перезаряжу. Тоже кончено за собой. Блять, заебали. Блять, скиллов. Нормально. Тормозите. Нет зарядов. Купите мне это. Да. Ну это пиздец.
женщин лучше, блядь. Блядь, пидоры. Скиллов. Нормально. Меня они не пройдут. Пизда. Блять! Да пиздец. Сука. Новый бой, новая тактика. Мы же не будем повторяться. Я вижу. В бурю я сражаюсь. Прах к праху. Враг на мите. Ну все, я разозлилась. Шутки кончились. Вам конец. Блять. Сука. Пиздец. Враг убит. Остался один враг. Остался один игрок. Жги ты дыщ. На две катки ебану нахуй. Блядь, спайк это пиздец. Не в деньгах, счастье. Сука. Больше никак. Глубокий вдох и все такое. Я спать не хожу. Сука. Сала, ты у меня на прицеле. Что с мышкой, блядь? Заряжаем.
Сука, ну еблан, блядь. Что за хуя? Ёбаный свет, нахуй. Нет, мой накладки хватит, блядь. Смена сторон. Да, блядь, тут монтировать даже нихуя не надо. Почему нельзя решить дело миром, пинчер Адионит? Спайк на миде. Нет заряда. Остался один враг. Враг на Б. Перезаряжаю. А, блядь, я первое место. Пиздец. Походу, у нас 4. Это пиздец. Так скажу нахуй. Что, блин, пизда. Поджарил парнишку. Остался один игрок. Скажите моей маме, что я люблю ее. Это все? Да, все. Так, малыши, снова в бой. Я смотрю, вам тут нравится. Даже слишком. Блять, ну манихов хотя бы уже тут есть хоть какой-то, блядь. Вместе! Нет заряда! Тут это пиздец. Пиздец. Блять, блять, как подстрелку? Сука, нахуй. Спайк установлен.
Здесь он проебали эту игру, наверное. Остался один игрок. Блять. Блядь, куда я попал, нахуй? Настрой, ебать. Первая катка, блядь, даже литлайт. Литлайт лучше катка была, ебать. Нет заряда. Нереально, даже литлайт лучше, блядь. Катка была. Установлен. Это А. Нет зарядов. Остался один игрок. Что мы проебали эту игру, блядь? Убьем одного и на штурм. Идет? Пизда. Остался один игрок. О, блядь. Ебать, полчаса играть, блядь. Это, я думаю, не будет это смотреть. Спайк установлен. Бежать некуда. Сука, он со снайперкой ебаный, блядь. Я не хочу снайперку, блядь, потому что я, блядь, тут хуйню с ним поиграю, но, конечно, похуй. Такой пизда, блядь. Такой пиздец. Матч поинт. Приготовьтесь. Сегодня мы снова идем в бой.
Блять! Я думаю, закончу на этой хуйне. Я думаю, может, куда-то и буду заходить, блядь. MVP. И да, данный видеоролик это, как сказать, это такой поучительный момент, то что Валорант нагло все спиздил КС, а потом КС нагло все спиздил Валоранта. А что, блядь, помните меню закупов в КС 2, блядь? И чего вам не напоминает, блядь? Ну все. Что, блядь, игра прикольная, мне понравилась даже, бля, 12 киллов. И вроде на первом месте я там был. Это кайф. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.